Дніпропетровщина багата на легендарних спортсменів, видатних особистостей, які принесли для України 12 золотих, 9 срібних і 17 бронзових медалей. Сьогодні у нашій студії ті люди, якими ми пишаємось. Ми сьогодні говоримо про Олімпійські ігри. Ми сьогодні будемо спілкуватися з людьми, які пов'язані з Олімпійським комітетом, взагалі з усім, що відбувається у нас в нашій країні в спорті і взагалі в світі. І з задоволенням представляю вам наших гостей. Це Юрій Зайцев, заслужений майстер спорту СРСР, олімпійський чемпіон у 1976 році в Монреалі, дворазовий чемпіон Європи та світу у важкій атлетиці, почесний президент Федерації з важкої атлетики Дніпропетровської області, член виконкому з важкої атлетики України. І ось такий титр, це стільки досягнень. І це далеко не все. І це ще не все, звісно. Тому що ми би тоді могли вставати і виходити. Так. І Олександр Дібаков, виконавчий директор відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. Тож, ми сьогодні говоримо про такий чудовий день. Рада вас бачити. І особливо у день, коли ми пригадуємо про усіх і чемпіонів, і ми пригадуємо про досягнення. Як взагалі можна характеризувати, як ви вважаєте, Україна, яке місце вона посідає в світі серед тих усіх чемпіонів світового масштабу? Ну, давайте з вас. Ну, я можу, во-первых, почати і поздравити всіх наших телезрителей і наших олімпійських чемпіонів, призерів від імені Національного олімпійського комітету з Международным олимпийским днем. Этот день был основан и посвящен, приурочен ко дню основания Международного олимпийского комитета. В этом году мы уже отмечаем 126-ю годовщину со дня основания. В Украине, естественно, к этому дню проходит масса мероприятий. Это были большие фестивали спорта по всей Украине. Ну, в этом году так складывается, что мы имеем больше мероприятий онлайн. Поэтому хотелось бы поздравить всю Украину с этим Международным олимпийским днем. И вы знаете, сейчас олимпийское движение в этом году все проходит под... во всем мире проходит под тремя девизами – дружбы, взаимопомощи и взаимоуважения. Поэтому вот я хотел бы как раз во время, когда таких у нас понятий становится все меньше и встречается все реже, наверное, всем нашим жителям пожелать, чтобы у нас таких было понятий больше, вообще не друг с другом. Я побачила, як спілкуються спортсмени, це ми на вашому прикладі. Настільки приємно, що ви з різних категорій, так, от з настою, так, але і різного віку, але ви такі дружні. Насправді це дуже добре, коли спортсмени між собою ось так добре спілкуються. Понимаете, что такое Олимпийские игры? Это олимпийская семья. Даже когда Олимпийские игры, когда проходят, это олимпийская деревня. А тем более, когда олимпийские чемпионы, призеры, олимпийцы нашей страны, это родные люди. Что Настя, что другой олимпийский чемпион. Для меня это близкий, родной человек. Потому что мы все прошли через это, прошли через этот труд, через эти все переживания. И мы все защищаем честь одной страны. Честь нашего государства, поэтому мы обязаны, мы как братья, как сестры между собой, поэтому я с огромным удовольствием встречаюсь со своими друзьями, олимпийскими чемпионами, призерами. Пане Юрію, це ж ви ваші все нагороди. Да, ну, вони ледь помістилися на нашому столі, я вам так скажу. Дуже багато. Якщо не ошибаюсь, це, мабуть, сьома частина, да? А, да, так це не все ще? Ні, це не все. Ні, це саме основне. Це ті, які багато медалей на лентах, які другого рівня, допустим, там міжнародні турніри, Кубки Совєтського Союзу, українські соревнования. Їх тут нету. А ви за незалежної України, ось вам вдалося побувати на таких престижних змаганнях? Ні, я закінчив раніше. Ви раніше вже закінчили спорт? Олімпійським чемпіоном був 76-го року, це 44 роки назад. А в 90-му році я працював тренером до 94-го року, воспитував молоде покоління. У мене, коли я працював тренером, 30 чоловік виповнили норматив майстра спорту Украины, Советского Союза. Вот. Были чемпионы Украины, призеры Украины. Вот так потом случилось в жизни, в 1994 году, что мне пришлось еще уйти с тренерской работы. Вот. Ну, я об этом, честно говоря, очень даже первое время жалел. Вот. Ну, так сложилась жизнь.
Потом пришлось заниматься немножко бизнесом, но все равно от спорта я не отошел. Ну, какой-то период был небольшой. Потом все равно я вернулся в спорт, я активно начал принимать участие, но уже как в роли помощника, воспитателя, наставника. Так? Ви вже да. потім стали. Ну, звичайно, а в кого ще вчитися? Ну, да. Вчитись треба у найкращих. Насправді, кажуть, що у спортсмена життя може закінчитися тоді, коли в нього закінчилась кар'єра спортивна. І люди потім дуже рідко налаштовуються так, щоб це все було на такому ж рівні. Вони звикли отримувати перемоги. Вони знають, що вони вже зробили все. І для країни, і для себе особисто. Вони себе переступили через себе. А ось як вони далі будуть жити, про це мало кого цікавить, і тут без підтримки дуже важко. Це дуже важкий момент, я скажу. Коли от ти на висоті, я візьму себе, коли я 7 років був в збірній команді Совєтського Союзу, от, і коли прийшлося мені вийти із спорту, з висоти опуститися на нормальну життя, це трудний перехід. Его не каждый может пройти, но это надо делать. И, в принципе, это возможно. Ну, у меня, допустим, была возможность пойти в институт преподавателем работать. Я пошел работать на тренерскую работу. Да, было тяжело, было трудно, но человек ко всему должен быть готов. И надо иметь силу воли, мужество, и в этом ничего страшного нет. Надо просто закачивать рукава и работать. И все. Надо работать. Как ты работал в спорте, так надо работать в повседневной жизни. И результат покажет себя. Она просто могла не падать духом, а идти дальше. И все будет нормально. Я могу добавить, что вот уже 5 лет ориентировочно, так насколько я помню, уже работает программа Национального олимпийского комитета, всеукраинская, по поддержке вот таких спортсменов, которые заканчивают карьеру и переходят уже в жизнь вне спорта или вне активного спорта, скажем так. То есть, и эта программа как раз, которую инициировал президент Национального олимпийского комитета, тоже олимпийский чемпион Сергей Назарович Бубко, он инициировал поддержку так называемых стипендиатов, спортсменов-стипендиатов, которые вот находятся или уже закончили карьеру, или находятся в режиме ее окончания. И они помогают работе как бы в поле во всех региональных отделениях Национального олимпийского комитета. То есть они помогают организовать мероприятия, контактировать с представителями власти, там, помогать в самом при проведении мероприятия. То есть они участвуют во всем процессе, который... Работа. И как раз это вот этот проект, он должен помочь адаптироваться спортсменам к вот жизни. Ну, чтобы они были задеяны. Ну, вот я могу привести пример. У нас первым таким стипендиатом был серебряный призер Олимпийских игр по академической гребле Дина Мифтахудинова. Вот. И тоже 2 года она у нас поработала, ну, скажем, помогала в отделении. Сегодня она уже директор школы высшего спортивного мастерства. После этого были там другие представители. Люди развиваются, люди участвуют. И я думаю, что эта программа очень так помогает. Ну, звичайно, треба людям мати можливості, так? Тому що, ну, спорт закінчився, а далі життя. І да. Треба жити, треба розуміти, чим ти будеш далі займатися. Якщо людина така талановита, вона може бути потрібною. З приводу того, як потім люди живуть. Ну, от, справді, ми часто бачимо і зустрічаємо такі випадки, коли людина, наприклад, там, могла отримати житло, так? Могла отримати квартиру колись, так? Якщо вона отримала там медаль, то в неї щось з'являється. Ну, я маю на увазі там фінансове якесь благополуччя, ну, так? Да. А якщо ні, а якщо держава не підтримує, то що тоді? І як тоді людина опиняється? На яких умовах вона потім буде? Де вона буде жити? Як? Тобто, насправді, ну, є питання. Вообще, в этом, ну, ви правильно затрагиваєте эту тему. Вообще, должно быть, и раньше всегда так и было, что все, и вот и даже вот, Настя Коженкова участвовала в эфире, они выиграли золотую медаль олимпийскую, и все команды, тренеры, и там и те люди, которые там в легкой атлетике, они все получили жилье от областных, от городских властей тогда. Вот. На самом деле так и должно быть. Это нормальная практика во всем мире, когда спортсмен что-то выигрывает, даже чемпионат Европы или мира, не говоря про Олимпийские игры, ему уже там дают и стипендию, там, и финансовую поддержку, и жилье, и так дальше. И у нас это в области программа активно работала раньше. Но сейчас немножко это все вот так смешалось, как-то все, ну, и в Рио мы остались без медалей, к сожалению, в
куча четвертых-пятых мест. Спортсмены нашей области шестых завоевали. И поэтому, ну, как-то немножко затерялось. Но я думаю, что, дай бог, все нормально будет. И в следующем году пройдет Олимпиада в Токио. Будем очекать. И все вернется на круги своя. Поддержка спорта и спортсменов у нас в области есть и в городе. Поэтому я считаю, что и глава отделения Андрей Павелко тоже активно участвует, поддерживает наших спортсменов на всех уровнях, и в НОКе, и везде, для того, чтобы мы могли везде получать это. А от скажіть, будь ласка, пане Олександре, от хто, які найсильніші спортсмени? Ну, от які види спорту, скажімо, Україна може пишатися, і ось ми можемо покластися на них, а які треба ще розвивати? Ну, и где есть возможности? Ну, вы знаете, да, делать прогнозы, оно же, вы знаете, в любой сфере, ну, наверное, неблагодарное дело. Вот. Но что, по нашей области я могу сказать, что, в принципе, Днепропетровщина традиционно – это область, регион, где развивается и поддерживается активно очень, развиваются летние виды спорта. То есть мы, ну, нельзя сказать так, что не регион зимних видов спорта, но все равно… Но снега у нас не так, да, много, снега, снега у нас нету, льда, к сожалению, тоже, но, тем не менее, на Олимпийских играх зимних на Днепропетровщина всегда была представлена, начиная с Олимпиады в Барселоне, практически на каждой зимней Олимпиаде нашими представителями в фигурном катании. Вот. Сейчас ребята вот успели до карантина провести юношеские Олимпийские игры, юношеский такой фестиваль в Лозанне проходил в Швейцарии, и там наши представители нашей области, два фигуриста и два хоккеиста присутствовали. То есть уже тоже немножко это дело развивается, и я думаю, что, может быть, и на взрослых олимпиадах они тоже поучаствуют и попытаются завоевать медали. А что касается летних видов спорта, ну, тут традиционно, вот у нас даже если взять, проанализировать, где у нас больше всего золотых медалей, это и академическая гребля, та же самая, это плавание, это футбол, у нас было 4 олимпийских чемпиона, ну, как было, сейчас мы все знаем, что несколько лет назад один из чемпионов, Вадим Тищенко, к сожалению, умер, погиб, и вот. Ну, а дальше что? И плавание, и академическая гребля, парусный спорт, и единоборство у нас развивается, активно поддерживается. То же самое баскетбол у нас, 3 олимпийских чемпиона, чемпионки, вернее, даже так будет правильно сказать. Поэтому и в волейболе у нас были олимпийские медали золотые. Раньше как-то было больше командных видов спорта, сейчас мы больше сместились на особисті. На особистого спортсмена, да. Да, який може себе показати. И сейчас мы рассчитываем, конечно, все на то, что на Олимпийских играх в Токио та же самая представитель легкой атлетики Анна Рыжикова-Ращук и Ярослава Могучих, и Михаил Кохан, это все в легкой атлетике, и та же Анастасия Кожункова по академической гребле. И мы рассчитываем, что Богдан Никишин в фехтовании завоюет лицензию и выступит успешно. Он в этом году, вернее, в конце прошлого года занял второе место на чемпионате мира. И перед этим был чемпионом мира в команде. Поэтому тоже есть определенные, ну, надежды, скажем так. Расчет, наверное, не расчет, а вот надежды как-то, да. Поэтому вот такие основные. Боюсь кого-то сейчас упустить, ну, потом так, будут звонить и рассказывать, а ты нас не упомянул. Почему не сказал? Вот, да, почему не сказал, просто в прямом эфире сложно всех вспомнить, но на самом деле, вот сейчас анализируешь, где у нас больше всего медалей, перспективы. Ми вже тепер чуємо і знаємо, і бачимо. Я просто це спеціально вас попросила зробити, щоб люди знали і розуміли, ким ми можемо пишатися, щоб усіх пригадали, так, або за можливості, кого ми зараз можемо, так, щоб розуміли, що спорт розвивається, що не так все погано в Україні, бо кажуть, ну, от що там на самом деле, на самом деле наші результати, ну, вони як би в мірі. Ну, Украина и Днепропетровская область, в частности, мы находимся на, ну, не на, если не на ведущих ролях, то на, ну, на одних их из, на одних из ведущих. Ну, краще, да, на, да, вот где-то вот не в конце, ну и где-то вот твердо в серединке, наверное, может быть даже чуть-чуть выше. Ну и вот сейчас именно, что касается последних, может быть, 2-3 олимпийских циклов, то, наверное, все наши медали, наверное, не благодаря, а вопреки все же. Потому что все-таки инфраструктура, та, которая была, она уже приходит в упадок. К сожалению, новая инфраструктура вот только-только сейчас начинает развиваться. Где-то строятся в крупных городах Днепропетровской области, Украины, строятся спортивные объекты новые. Но когда они дадут результат, это тоже нужно время, чтобы их запустить, построить. И еще потом научились спортсмены там тренироваться. Да, так, и надо не забывать
сказать, что вопрос еще один очень важный, какой тренерский. Ведь то, что сейчас держится, то, на чем держится наш спорт высшие достижения, это тренерские кадры, еще, наверное, воспитанные в СССР. Правда, я же сейчас, пане Юрію, хотіла запитати з приводу такої тренерської роботи. Ви теж і ще й досі зараз наставник, ви можете консультувати, показувати, розказувати і давати можливість тим молодшим своїм колегам перемагати. Кого вам вдалося отак от, ну, як то кажуть, взяти під свою опіку? І ну, хто на сьогоднішній день, хто зараз може разом з вами бути? Ну, зараз в нас тяжелоатлетики немножко упали результати, важко сказати. Ну, Олімпійські ігри, я думаю, що з нашої області тяжелоатлетики в цьому році може і не бути. Але в перспективі починає вона заново підніматися. От, ну, наприклад, у нас навіть іменно в місті очень много мы тренеров потеряли. Вот. А чему? Ну, во-первых, будем говорить так, даже которые молодые специалисты или ребята уходят из спорта, но работать тренером не так просто, а зарплата небольшая. Угу. Немає фінансування, так? Да, немає підтримки. Очень большую роль, да. Вот. А труд, будем говорить так, не такой легкий. Угу. От, ну, да, зараз от дивно, так стільки залів повідкривалося, да. Стільки різних є комплексів, де людина може прийти і займатися, але переважно тренуються для себе. І ще много залежить від того, що дуже зараз тяжело, допустим, навіть дітей набрати на тяжелу атлетику. У нас, допустим, телефони, телевізори дуже сильно відвлекають дітей. Чому ми ходимо в школи, приглашаємо, а нет такого набору, як було раніше. Угу. Ну, это происходит в каждом виде спорта. Да. Ну, и каждый, тем более. Ну, а тяжелые атлетики особенно. Будем говорить, что вид такой не сладкий. Треба, щоб такі були кремезні, міцні хлопці. Там треба работать, пахать, так. Хотя... які не просто так будуть, ну, міцними, да. А будуть увесь час підтверджувати свої результати і досягнення. Да. І якщо вони зробили щось один крок, так, то їм треба зробити ще два, для того, щоб бути ще кращими. Насправді це важко, мабуть. І тут і сила волі, і треба, щоб батьки допомагали, і щоб вчителі підтримували і наставляли. А тут, як то кажуть, проблема є. Існує на сьогоднішній день. Не тільки для ребят, але і дівчинки можуть, дівчинки, займатися успешно легкой тяжелой атлетикой. Поднимаете уже. Прекрасно. Я даже, когда я поднимался, мне сказали, что будет женская тяжелая атлетика, я бы, наверное, не поверил. А потом, когда оно образовалось, я смотрю, девочки поднимают лучше, чем мальчики. И самое главное, они поднимают и прекрасно себя чувствуют, рожают детей, и все нормально. Говорят, вот вредит. Да, много-много стереотипов есть касательно многих видов спорта. Но если, в частности, про тяжелую атлетику, то много стереотипов, что это губительное для спины, для коленей, для всего. На самом деле, если ты делаешь все, Юрий подтвердит. Грамотно и правильно, так. І під присмотром грамотного тренера, то абсолютно тільки положительні точки зрения. От як, розкажіть на вашому прикладі, якщо, наприклад, працювати так, як потрібно. Ну, звичайно, в кожному спорті є травмування. Тут без цього ж не обійдешся. Да. Ну, не може такого бути. Ну, большого віду спорту, там, де йдуть предельні нагрузки, там є предельні веса. Ну, наприклад, мой рекорд міра був, коли я останній встановив, 238 кілограм. Ну, це вес не маленький. И вполне где-то может что-то дернуться или там заболеть. Или... Но для того, чтобы этого не случилось, значит, надо правильно давать нагрузку, правильно делать, допустим, определенные упражнения, чтобы мышца правильно себя вела. Если где-то перетренировка идет, может что-то и получиться, когда, допустим, травма. Поэтому нужно обязательно продумать эти там циклы, делать отдыхающие тренировки. Чтобы не все время хлопец работал, давайте отдых, давайте разгрузочные дни. Ну, пане Юрію, знаєте, зараз особливо люди, які займаються такими видами спорту, як ваш, то вони приймають якісь додаткові там, я не буду називати, да, так, що вони саме приймають. Категорично проти цих всіх вещей. Добавки. Ну, скажімо, назвемо це так, добавками до харчування. Да. Ви раніше цього не знали, і такого не було, але ви трималися, тримали таку вагу і були першим. Да. Вам же якось це вдавало? Я скажу, просто эти добавки, они ускоряют процесс подготовки, но я считаю, что это очень вредно, этого не нужно делать, надо тренироваться, вот, съел кусок мяса, там, молочка домашнего выпил,
и правильно делать нагрузку. Да, процесс занимает немножко больше длительного времени, но если ты создан и по физиологии можешь поднимать этот вес, ты его поднимешь и без этих вот добавок. Просто ты сам себя этими добавками гробишь. Этого делать нельзя. А яку вагу найбільшу ви піднімали? Мой рекорд мира, последние толчки. Ну, вообще, у меня 5 рекордов мира. Последний рекорд мира у меня 238 кг в толчке. 238 кілограм. Ви собі тільки подумайте, яка вага. Ну, просто да. Неймовірно. Да. Кого вам вдалося обійти? І як ви взагалі, от є змагання, так? Ви бачите, що хтось вже підняв. Це ж, мабуть, теж впливає на те, а як я це зроблю? Я зараз підійду, я буду... Я по цьому поводу можу привести приклад. В 1972 году, коли я тільки демобілізувався з армії, я смотрел Олімпійські ігри в Мюнхені. Я був на той момент просто рядовим мастером спорту, тільки демобілізувався з армії. Я смотрю на эти Олимпийские игры, и вот я попробовал себя представить на помосте там в Олимпиаде. Думаю, смог бы я выйти и выступать на Олимпийские игры, защищать честь страны. Но так получилось, через 4 года я сам вышел на этот помост, привез медаль. А ну, як там, от як знаходитись там, коли на тебе всі дивляться, коли всі чекають твоїх результатів? Саме тяжело це підійти к этим соревнованиям, підготовитися. Я кажу, коли ми вже приїхали в Олімпійську деревню, то, ну, коли навіть приїжджаєш в Олімпійську деревню, ми в 70-му году, це соревнування несравнивое ні з чим. Во-первых, ця деревня огорожена со всех сторон проволокой. Ну, щоб ніхто пропускні, ж не заважав. Да. І, ну, як ти туди вже попадаєш, там со всього міра зборні, вечором там праздники, концерти, всякі мероприятия, круглі сутки працює ця столова, друг з другом общаємося, говоримо, як говориться, обстановка прекрасна. Именно даже на ответственность, но и праздник. Это большой, огромный праздник. Праздник молодежи, будем говорить так. Но ответственный для спортсмена в тот же момент. Она же никуда не поделась, да. Так? Она есть. Надо потом выйти будет на помост или там сыграть теннис и поднять эту штангу, и стать, привезти медаль домой. Это же очень важно. Но об этом тоже не надо забывать. Но, не знаю, я... Очень рад, что мне так посчастило, что я выступал на этих Олимпийских играх, я привез медаль домой. Да, я выступал на чемпионате мира, Европы, но вот, даже последние мои соревнования в 1979 году, когда я выступал просто на Кубке Советского Союза, вот, и для того, чтобы мне выиграть первое место, мне как раз пришлось пойти на мировой рекорд 238 килограмм. Я, честно говоря, и, в принципе, не готовился к этому рекорду мира. Я не, это конец года, декабрь месяц, конец сезона. И так получилось, в рывке я не очень удачно выступил. А чтобы выиграть, мы с тренером посчитали, я 220 кг толкнул первым подходом. Чтобы выиграть, ребята все толкались, а я жду. Они толкают, говорят, надо Юру толкать мировой рекорд 237-500. Ну все, сказали, я пішов и зробив. Я говорю, давай добавим же еще 500 грамм, чтобы был мировой, ставят 238. В залі тишина. Та я собі не уявляю. Я так виходжу на помост, і в мене так волоси піднімаються, мурашки по кожі. Все, я нікого не бачу, тільки штанга переді мною. І вже я вже себе чувствую, коли вона вже от там. І зал встав, і такий шум. І все. А ви, мабуть, ну, знаєте, дуже важко, мабуть, собі уявити, що ну, я можу не підійти туди. Чи якось щось ставиться в сам момент? Ні, такого вопрос не ставиться. Неможливо, нет. Такого ніколи не буде. Ні, йдеш і треба толкати. Ну, і толкаю. А потім після того всього, як гора з плеч? От після того я бросаю штангу, пригаю вверх, ура! Був такий у нас покійний тренер Барко Едуар Павлович, він тренував Султана Цибульча Рахманова. Тоже наш товариш, він вже приймав участь в моїй підготовці. Он первый бежит мне навстречу, обнимает, я его хватаю на радостях, бросаю кверху, ставлю. Он: «Юра, зачем мне твой мировой рекорд?» А у него пиджак так сзади лопнул на две части. Ничего себе. Я его такой в кураже его поднял эмоции. И порвал ему пиджак. Он говорит: «Как?» Вот так.
Отак, от нічого так. Собі. Ну, бачите, як дістається перемога. Да. Ми ще всі, мабуть, з телезрителями вместе побували в тому побували, залі. Побували, я собі уявила, як там було. Так, да, да, да. Теж мурашки тут з'явилися. Ну, такі емоції, коли переживаєш один раз, мабуть, в житті. Да. Більше таких не буде. Ну і наостанок, знаєте, хочеться запитати вас, чого нам не вистачає. От, пане Олександре, скажіть, для того, щоб от все було так, як хотілося б, і наша область представляла гідно. Ну, і так, нічого наче, так? Але хочеться ще краще, хочеться перше. Ну, смотрите, я думаю, що на самом деле, ну, знаєте, тут і банальні питання фінансування, там вже ми затрагивали, там, питання каких-то там спортивних баз, це все, понятне діло, актуально. Ну, я думаю, що, наверное, одна із теж основних проблем – це пропаганда все же наших олимпійців і видів спорту. Тобто ми повинні більше на телевіденні, в СМІ і так далі розказувати о видах спорту. Якщо ми прийдемо і розкажемо конкретно про тяжелу атлетику, як це там полезно, або як це не вредно, як мінімум, і покажемо чемпіонів, і чого от ці от медалі всі, і чого можна добитися таким от своїм трудом через спорт. Да? Опять же, вопрос какой-то там поощрения, те же там квартиры, стипендии, угу. Там пожизненные и так далее, если там вот как олимпийский чемпион. То есть если мы все это будем молодежи рассказывать и показывать как можно больше, тогда, естественно, больше людей придет в спорт, придет здоровый образ жизни. Соответственно, мы получим большую конкуренцию из кого, кто тренируется. И здоровую нацию, да, здоровую и нацию. Чемпионе. Здоровье. Да. Это дети все должны заниматься спортом, любым, каким-нибудь. Плаванием, борьбой, боксом, чем хочешь, но только чтобы не бегать по улице. Або с гаджетом. Поменьше. Там, я не против телефонов, не против интернета и всего остального, но все должно быть в пределах разумного. Надо не забывать о физической подготовке, о развитии молодого человека или девушки. А для этого что? Ну, надо, чтобы была физкультура, чтобы был спорт. Поэтому без этого никак. Ну що ж, я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні, насправді, в такий чудовий день. Да. Ми сьогодні і поговорили, і побували на змаганнях теж. Да. Завдяки вам, я бажаю вам міцного здоров'я, я бажаю вам успіхів далі, більших по життю, щоб ви були щасливими, щоб ви отримували те, що вам хочеться. Ну і, звичайно, чекаємо вас у нашій студії. Спасибо. Спасибо. Будемо обов'язково. Ну що ж, а ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.